более, что я не слышал предыдущие лекции. Умудрился Владимир Ильич сказать обо всем. Я так и подозревал. Здравствуйте, друзья. Очень приятно видеть, что новый 2019 год начинается очень хорошо и начинается не с банального отдыха, а с хорошей и интересной работы. Поэтому я поздравляю вас всех с Новым годом и себя тоже, разумеется. И давайте будем надеяться, что он будет таким же хорошим, каким был прошлый год, а может даже и лучше. Я решил сделать небольшое изменение в расписании моих лекций. Как вы, может быть, видели, в программе у меня три лекции. Следующая за этой должна быть лекция про шкалу расстояний и про достижение космического проекта Гайя. Но я решил, что будет как-то более логично объединить рассказ об устройстве галактики с рассказом о звездных скоплениях, звездах, образовании звезд и галактик. Поэтому сегодня я в течение 2 часов расскажу, что все, что я знаю про нашу галактику и ее население, а завтра будет лекция про замечательный космический проект Гайя и то, какие данные он нам принес. Ну и так, эти две лекции сегодняшние я не буду разделять. Это будет одна лекция, разделенная небольшим перерывом. И речь пойдет о галактике, объектах, населяющих галактику, о ее строении и о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, изучая галактику. Лекция состоит из 2 частей. И, естественно, в первой части я не могу не рассказать о тех проектах, которые и о тех астрономических наблюдениях нашего времени, которые легли в основу наших современных знаний о том, что такое наша галактика. И сейчас мы с вами поговорим, во-первых, о том, что такое Млечный Путь, как он похож, как он отличается от других галактик. В общем, Млечный Путь в мире галактик. Потом напомню вам о тех замечательных астрономических инструментах, которыми сейчас обладают астрономы, то есть о крупных телескопах, а также о космических телескопах, которые нам дали очень много сведений за последние 60 лет космической эры, почти 60 лет. Ну и о проектах, которые как раз нацелены на изучение Млечного Пути. А затем расскажу о том, как можно найти профессиональную информацию о звездах, звездных скоплениях и других галактиках в интернете, потому что практически все эти данные, они доступны каждому. И, может быть, вам захочется покопаться самому и попробовать работать руками, головой или компьютером с этими данными. Ну и так, как выглядит галактика наша? Может быть, вы видели, если выезжали в темную безлунную ночь, ясную ночь, куда-нибудь за 100, а то и больше километров от Москвы. Те, кто сидят в Москве постоянно, они не знают, что это такое. Ну, Млечный Путь, вот на этом слайде показан, как выглядит Млечный Путь, на одной из лучших мировых обсерваторий в Чили, на горе Паранал, где стоят 4 8-метровых телескопа. Вот их, извиняюсь, вот их тени. Вот эти, где-то видны их тени. Дальше о них мы тоже поговорим. А на Кавказе вообще есть места, где можно Млечный Путь подловить так, что он выглядит как извержение вулкана. И человек неискушенный может решить, что галактики образуются именно так. Но, конечно, это не так. Но смотрите, очень красивый такой слайд. Мы с вами наблюдаем все, как правило, в оптике, в диапазоне, которому чувствительен человеческий глаз. И поэтому Млечный Путь для нас в хороших условиях, в темной ночи, безлунной, предстает в виде такой вот ярковатой полосы, пересекающей все небо по большому кругу, потому что мы расположены в самом, можно сказать, в самой плоскости симметрии Млечного Пути. Но он выглядит как такая клочковатая структура, где яркие области перемежаются с темными областями, облаками пыли. И пыль, конечно, очень сильно мешает наблюдениям в оптическом диапазоне. И насколько сильно, об этом я вам тоже постараюсь рассказать. Но Млечный Путь, это не изолированная галактика. Он входит в состав так называемой местной группы галактик,
размер которой примерно 2 мегапарсека, то есть примерно 6 миллионов световых лет. И в этой местной группе галактик, это маленькое скопление, состоящее из двух главных галактик, первая из которых является Млечный Путь, а вторая – туманность Андромеды. У каждой из этих галактик есть множество спутников, карликовых галактик. Ну вот, например, у туманности Андромеды – это спиральная галактика Месье-33, в нашей галактике это Большое и Малое Магеллановое облако. Вот на этой карте, в галактической системе координат, то есть здесь вот плоскость Млечного Пути, видите, вот эти вот лейблы, да, названия объектов, это как раз те самые карликовые галактики. Много ли их? Ну, еще лет 20 назад считалось, что их где-то там 45-50. Современными наблюдениями найдена целая куча объектов с низкой поверхностной яркостью, которые можно было найти только с помощью крупных телескопов. И вот по состоянию на сейчас население местной группы включает примерно 90, может быть, немножко побольше членов. Это разные галактики, они все небольшие. Есть спиральные галактики, карликовые, эллиптические галактики, неправильные, карликовые, сфероидальные и ультраслабые, ультраслабые галактики с низкой поверхностной яркостью. Это часть списка переписи населения местной группы, а вот вторая часть. Так что за последние 20 лет удалось действительно удвоить число объектов, которые окружают нашу галактику и туманность Андромеды. Но, в свою очередь, местная группа, очень маленькое, бедное скопление галактик, входит в состав гигантского скопления галактик с центром в направлении созвездия Дева, где расположено огромное количество очень массивных и ярких галактик. И диаметр этой области – это примерно 120 миллионов уже световых лет. Но в свою очередь, ну вы видите, что здесь есть несколько скоплений, да, менее массивных, чем скопление Девы, масса которого в 1000 раз превосходит массу туманности Андромеды или Млечного Пути. То есть вы можете себе представить, насколько это гигантские образования. Но в свою очередь, это сверхскопление Девы – это малая часть большого многообразия других сверхскоплений. И размеры здесь уже 300 мегапарсек, умножьте на 3 с небольшим, получается 1 миллиард световых лет. И все вот эти вот скопления, окружающие нашу местную группу, входят в сверхскопление, которое назвали Ланиакеа. Это неизмеримые небеса на языке Гавайских островов. И понятно, что сразу бросается в глаза? Бросается в глаза то, что скопления разделены гигантскими пустотами, которые имеют еще больший размер, чем эти самые скопления. Ну, по-английски это называется void, и в русский язык, в астрономическую терминологию это слово вошло. Таким образом, мы получаем вот такую сложную структуру локальной Вселенной, и эта структура, она повторяется и на гораздо-гораздо больших масштабах. Поскольку массивные сверхскопления обладают мощным тяготением, то все галактики куда-то движутся. И в том числе наш Млечный Путь, оказывается, движется со скоростью больше 600 км в секунду в направлении созвездий Гидры, из-за того, что его притягивают вот эти мощные конденсации. То, что мы наблюдаем в реальности, очень похоже на моделирование вселенской паутины, которое проводится с помощью суперкомпьютеров, когда астрономы считают, как образуются сверхскопления, скопления галактик и сами галактики под гравитационным взаимным воздействием, начиная с эпохи примерно 375-400 тысяч лет с момента Большого Взрыва. Ну, теперь давайте поговорим об астрономических наблюдениях и их особенностях. Почему астрономы вышли в космос, запуская многочисленные аппараты космические, которых за все время астрономической эры было больше 120? Потому что мы из Земли видим не все. Вот на этой картиночке показано поглощение излучение в атмосфере для разных диапазонов.
Здесь это рентген, здесь это радиодиапазон. И мы видим, что окна прозрачности, где атмосферное поглощение невелико, это вот оптика, ближняя инфракрасная область спектра, где-то до 10-15 микрон. Ну и дальше вот хорошо пропускает атмосфера сантиметровые и вплоть до декаметровых диапазонов волн. И что мы видим? Мы видим, что в оптике у нас очень узкая часть всего электромагнитного спектра излучения. Вот весь спектр электромагнитного излучения, это вот гамма, жесткого гамма-излучения до радиоволн, это 48 октав. Что такое октава, наверное, знают все, ну и уж точно знают те, кто занимается музыкой. Как отличаются частоты или длины волн, звуковых волн, которые разделяют октавы? Во сколько раз? Ля первой октавы, ля второй октавы. Сколько? 8. Два. Два раза всего лишь. Так вот, весь вот этот диапазон, это 48 октав. А видимый свет, это всего одна октава. И вот, так сказать, поэтически можно сказать, что Вселенная гораздо богаче событиями, явлениями, чем кажется нам, наблюдающим ее в оптическом диапазоне. И вот для того, чтобы вырваться за те пределы, которые дает атмосфера, мы вынуждены уйти в космос. И вот благодаря современным космическим исследованиям, которым уже больше 50, почти 60 лет, современная астрофизика, астрономия и наука, которая занимается галактикой, астрономическая часть науки, которая занимается галактикой, по сути дела стали все волновыми. Для чего и почему это важно? Потому что за излучение в определенных диапазонах спектра отвечают разные процессы с разной энергетикой. И понятное дело, что можно себе представить, что галактики в разных диапазонах должны выглядеть по-разному. Ну, например, характерный такой пример. Размеры спиральных галактик, в которых очень много газа, нейтрального водорода, излучающего на длине волны 21 сантиметр, раза в два больше, чем видит глаз, чем в оптике. Ну, например, диск нашего Млечного Пути, 60 килопарсек, это диаметр газового диска, и где-то 30-35, это диаметр звездного диска. То же самое относится и к другим галактикам. Вот характерный пример. Замечательная троица галактик, Месье 81, Месье 82 и их мелкий спутник. В оптике, вот на фотографии, на ПЗС-матрице, они выглядят вот так, разделяет их расстояние порядка 30 килопарсек, а вот так они выглядят в радиодиапазоне. То есть они находятся все в одной газовой водородной оболочке. Или вот еще замечательный пример. Это туманность галактика водоворот Месье 51. Хорошо известный, очень красивый галактик, классическая спиральная галактика. И вот слева направо, а дальше слева направо внизу, мы смотрим, как выглядит эта галактика в разных диапазонных спектрах. В ультрафиолетовом диапазоне мы видим излучение горячих звезд. И она выглядит голубовато. При переходе к оптике подключается пыль, которая мешает оптическим наблюдениям. Дальше в инфракрасную область мы видим холодные звезды сначала, потом звезды и теплую пыль. Потом на больших длинах волн в среднем инфракрасном диапазоне мы тоже видим пыль, которая нагрета рождающимися звездами до температуры примерно 50-100 кельвинов. Ну и, наконец, на самых длинных волнах, вот 160 микрон, это температура, максимум излучения здесь соответствует температуре 300 кельвинов. Это температура человеческого тела. Поэтому можно себе экстраполировать, как галактики выглядят, какие процессы определяют вид галактик в разных диапазонах спектра. Ну вот в инфракрасном диапазоне, если посмотреть, как выглядит наш Млечный Путь, это 1-2 микрона, мы видим вот такую вот галактику с ребра. Таких галактик во Вселенной мы видим очень много, но и наш Млечный Путь выглядит таким же образом. И вот это равномерное свечение обеспечивается
множеством слабых красных звезд, у которых максимум излучения смещен в красную область спектра. А вот в рентгене выглядит все по-другому. Ну, точнее, не совсем по-другому. Действительно, есть неравномерное излучение, видите, там красноватые и розоватые линии. Это излучение рентгеновских, излучение в рентгеновской области хромосфер красных слабых звезд. Солнце излучает рентген, любой красный карлик излучает рентген. А вот эти такие плевочки – это остатки сверхновых звезд. Ну а теперь давайте поговорим о том, зачем строятся все более и более крупные телескопы. Это очень затратная вещь. Мало того, что построить крупный телескоп, это надо затратить по крайней мере миллиард долларов для современного инструмента, так еще и наблюдательное время там дорого. Час наблюдательного времени на хорошем крупном инструменте стоит десятки тысяч долларов. Поэтому на таких инструментах, на таких телескопах нельзя решать рутинные задачи. Мониторировать что-то там одно. Надо решать задачи предельные, по высокому угловому разрешению, то есть по разрешению мелких деталей на изображение галактик, и изучать предельно слабые объекты. Ну, понятное дело, для чего мы строим большие телескопы? Для того, чтобы собрать как можно света и наблюдать как можно более слабые объекты. Крупнейшим телескопом в течение длительного времени, 1976 по 1994 год, был 6-метровый советский телескоп, большой телескоп азимутальный, который до сих пор работает в Карачаево-Черкесии на Зеленчукской обсерватории. А вот сейчас ситуация изменилась. Больше 15 телескопов с диаметром зеркала более 6 метров. Большое разнообразие. Это и монолитные тонкие зеркала. Кстати говоря, вот если мы говорим о 6-метровом телескопе, то при диаметре 6 метров стекло имеет толщину 40 сантиметров. Весит эта штука порядка 40 тонн. Современные телескопы с тонкими гибкими зеркалами, они имеют гораздо меньшую толщину. И это сделано для того, чтобы мы могли регулировать форму поверхности зеркала, чтобы собирать как можно больше света и концентрировать его для получения большого высокого отношения сигнала к шуму, который позволяет наблюдать очень слабый объект. Ну, кроме того, есть сотовые зеркала, то есть когда зеркало состоит из целого огромного, большого количества шестиугольных правильных фрагментов. И это тоже позволяет улучшать качество изображения. Телескопы современные, крупные, для того, чтобы они оправдали свою высокую цену и работали эффективно, конечно, надо устанавливать в тех местах, где много ясной ночной погоды, это раз, а во-вторых, хороший астроклимат. Под астроклиматов астрономы подразумевают, в первую очередь, это отсутствие сильного дрожания атмосферы за счет турбулентности в приземных и верхних слоях атмосферы. Ну и кроме того, самые лучшие места для наблюдения – это высокогорные пустыни, каковых очень много в Чили. А раз это пустыня, там мало водяного пара, и лучше всего наблюдать в инфракрасной области спектра, где линий водяного пара очень мало. Ну, тут вот вы видите, как по годам, с 50-го года, да, тут 2010-й, можно немножко дальше пройти, астрономы шли к созданию крупных телескопов. Вот 50-й год, это 5-метровый телескоп Паломарской обсерватории, телескоп Хейла. Потом доминировал БТА, аж вот до 94-го года, а дальше видите, сколько телескопов с большими размерами зеркал, вплоть до 11, эффективного диаметра 11 метров. Вот тут небольшой списочек, где есть и БТА, показано, где они установлены, а вот на две нижние строчки, о них особо немножко поговорить можно, это гигантские телескопы, которые сейчас строятся, и через несколько лет они будут введены в строй. Вот мне очень нравится этот слайд, на котором в едином масштабе показаны зеркала крупнейших телескопов, ну, включая, конечно, вот тот телескоп, который будет построен. Вот этот и этот, с диаметром зеркал 39 метров и 30 метров. Такая очень картинка, которая позволяет судить о том, насколько велики современные астрономические инструменты. А вот, видите, теннисный корт.
по сравнению с этими зеркалами. А еще прошу заметить, вот этот вот кружочек, это тоже запланированный телескоп, который хотели назвать потрясающий большой телескоп. Вообще фантазии не очень много. Большой телескоп, осмотрели. VLT, Very Large телескоп, очень большой телескоп. Вот этот телескоп, экстремально большой телескоп, а это совершенно потрясающий размер телескоп. Ну, значит, задачами современной астрофизики наблюдательной является не только собрать как можно больше света, но и максимально сконцентрировать его в кружок размером как можно больше приближающимся к дифракционному. Вот в идеальном телескопе изображение звезды, интенсивность изображения в зависимости от расстояния центра, выглядело вот так. А на самом деле мы получаем вот такие вот размытые кружки. И в чем тут проблема? Проблема в турбулентности. Когда атмосфера турбулентна, то каждый элемент атмосферы вносит дополнительные искажения, как говорят астрономы, в волновый фронт. Преломляет лучи от объекта, который идет в телескоп. И наиболее сильная турбулентность – это приземный слой, почему крупные телескопы устанавливают повыше, и на границе тропосферы, где турбулентность очень активна. И получается вот так. Вот от удаленного источника, от звезды, идет такой плоский фронт. Если атмосфера турбулентна, то каждая ее часть искажает этот плоский слой, и мы в результате получаем вот такой вот изломанный фронт излучения, который при концентрации, при отражении от главного зеркала дает как такое вот как раз размытое и дергающееся изображение. Существуют сложные системы коррекции вот этого волнового фронта, я не буду сильно удаляться, но есть методы анализа вот этой вот формы вот такого искаженного фронта, и с помощью серьезной математики, серьезных компьютеров мы можем управлять зеркалами, подстраивать форму зеркал под вот этот волновый фронт, искаженный волновый фронт, для того, чтобы он уже был хороший. Ну вот условно, это вот здесь изображено, вот искаженный фронт. Мы с помощью активной адаптивной оптики деформируем зеркало каким-то образом, каким это нам компьютер подсказывает, и в реальном времени получаем излучение фронт без искажений. Существует целый ряд методов. Можно под тонкое зеркало поставить такие толкаторы, актюаторы. Это пьезокристаллические элементы. При подаче напряжения они чуть-чуть поднимают зеркало. Несмотря на зеркало, конечно, оно стеклянное, и сами понимаете, оно жесткое, но исказить форму зеркала надо буквально на долю микрона. Поэтому даже этих толкателей хватает для этой вещи. Или есть еще вот биморфные зеркала, где зеркало делается двухслойным, каждый слой с разной поляризацией, при подаче напряжения на отдельном участке мы деформируем все зеркало. Вот эти системы называются системы активной адаптивной оптики, и все они используются на современных крупных инструментах, потому что их большая часть – это либо сотовые, либо тонкие зеркала. И в результате размытое изображение мы можем превратить в гораздо более четкое и различить более мелкие детали, тем самым реализовав не только то свойство больших зеркал, что света мы получаем больше, но и сконцентрировав свет в гораздо меньший кружочек. Ну, давайте пройдемся по крупным современным телескопам. Вот близнецы телескопа имени Кепка, которые установлены на высоте 4100 метров на вулкане Мауна-Ки на Гавайских островах. Вот совершенно замечательные четыре телескопа VLT, очень большие телескопы. Это на горе Паранал в Чили. В конце 90-х и в начале 2000-х годов они вошли. Вот большой бинокулярный телескоп. Один из крупнейших инструментов – большой телескоп канарский, GTC, с размером 10,4 метра. А это вот наш телескоп БТА, который до сих пор успешно работает, более-менее успешно, и имеет свои преимущества по сравнению с деформируемыми зеркалами. Ну вот этот тот самый КЕК. Каждое зеркало представляет собой 36 сегментов шестиугольной формы.
Чем интересны вот эти телескопы? Они разнесены на расстоянии 85 метров, и поэтому одновременно наблюдая один и тот же объект, галактику, скажем, или тесную звезду, с небольшим расстоянием угловым между ними, мы можем с большой точностью измерить вот это угловое расстояние. Такой режим работы называется интерферометрией. Он активно используется. Вот эти четыре телескопа VLT, а рядом с ними видим четыре почти телескопа с диаметром 180 сантиметров, очень маленькие инструменты по сравнению с 8-метровыми большими телескопами. И эти телескопы ездят по рельсам. В результате они могут вместе с четырьмя телескопами образовывать систему для интерференционных наблюдений, которые сильно повышают разрешающую способность. Вот тот самый телескоп, большой канадский телескоп на острове Ла-Пальма, который входит в состав Канарских островов. А вот проект новый, европейский, экстремально большой телескоп с размером зеркала 39,2 метра. Это зеркало будет состоять из 800 шестиугольных фрагментов, каждый из них имеет размер 1,4 метра. Это мозаичное зеркало. Сейчас идет работа как раз по строительству этого телескопа. Он будет установлен в Чили, естественно, на высоте 3000 метров, гора Серра Амазонас. Это высокогорная пустыня, где очень сухо, хорошие условия для наблюдений. И вот скоро совсем, всего лишь там пройдет 5 лет, обещают нам первый свет, то есть первые пробные наблюдения. Конечно, такой большой телескоп, он опять же не предназначен для решения рутинных задач, а только для предельных задач. Самые слабые объекты с высокой разрешающей способностью. Стоит он немало, 1 миллиард евро. Ну и надо сказать, что так вот грубо, стоимость телескопа пропорциональна кубу диаметра. То есть 10-метровый телескоп стоит в 1000 раз больше, чем метровый телескоп. И еще один аналогичный проект, это 30-метровый телескоп, который планируется установить на большой высоте, на том же самом вулкане Маунт-Ки в Гавайях. Но там еще пока не все ясно с, так сказать, разрешениями на строительство от местной администрации, но тем не менее активнейшим образом идет подготовка к работе. Тоже видите мозаичное зеркало, состоящее из чуть более чем метровых фрагментов правильной шестиугольной формы. И вот где-то в 27 году может быть первый свет. Существует целый ряд крупных обсерваторий, которые поддерживаются совместными усилиями астрономов разных стран. И вот одна из таких крупнейших ассоциаций – это консорциум Европейской Южной обсерватории, European Southern Observatory. Первая из этих обсерваторий расположена в Ла-Силья в Чили, на высоте 2400 метров. Но тут еще пока это старая обсерватория, здесь нет очень крупных телескопов, хотя 3 метра, 4 метра, в общем, приличные инструменты. Видите, как тут все уже давно обжито, очень много инструментов, вспомогательные всякие постройки и так далее. А вторая обсерватория, вот на горе Паранал. Это была гора, привезли сюда бульдозеры, срезали вершину горы и поставили 4 башни больших, плюс 4 маленьких вот этих грибочка, эти 2-метровые телескопы, и еще 2 телескопа поддержки. ВИСТА и ВСТ телескопы. Вот эта обсерватория сейчас является ведущей в мире, и там решается огромное количество задач, для которых приспособлены как раз эти телескопы. Ну, а что касается проекта потрясающе большого телескопа, то он, конечно, заморожен, потому что сейчас ни у кого не хватает средств, чтобы такой проект реализовать, кроме того, есть серьезные задачи, которые мешают сделать 100-метровый телескоп. Но это, так сказать, воображение художника, вот он выглядит вот так. О радиотелескопах мы не будем особенно разговаривать, но вы должны иметь в виду, что наблюдение в радиодиапазоне позволяет тоже глубже понять то, как устроена наша галактика и звездный мир. Ну а теперь вот о космических телескопах. Больше 120 астрономических проектов. И в первую очередь они ценны те проекты, которые позволяют наблюдать объекты в тех диапазонах, которые Земли недоступны. Это высокочастотные
гамма или неделовские лучи, ультрафиолет. Ультрафиолет с длиной волны меньше 350 нанометров до Земли не доходит, а в ультрафиолете светят горячие звезды. И проявляются различные процессы высокой энергетики. Ну и далекий инфракрасный диапазон, микроволновый диапазон, радиодиапазон — это все тоже космические проекты. Вот здесь несколько известнейших космических проектов я показываю, реализованные в первую очередь. Знаменитый Хаблский телескоп с диаметром зеркала 2240 сантиметров, который уже больше 20 лет бороздит просторы околоземной Вселенной и до сих пор активно работает. Это ультрафиолетовый телескоп Галакс, инфракрасный Спицер, инфракрасный Вершель, микроволновый Планк, который изучал анизотропию реликтового фона, который позволяет хорошо оценить параметры современной Вселенной, ну и телескоп Кеплер, который открыл огромное количество экзопланет. О нем вы, возможно, знаете. Ну и будущий проект. В первую очередь, скоро, 18-й у меня написано, все откладывается, теперь уже, пожалуй, 20-й год. Это телескоп Джеймса Уэбба, самый крупный из телескопов, который будет выведен в ближайшие годы, с диаметром зеркала 6,5 метров для оптики и инфракрасного диапазона. Проект СИМ уже давно забракован, проект Атлас 8 метров, но это еще не скоро, до этого дожить надо. Ну и, наконец, сейчас успешно на орбите работает аппарат Гайя, о котором я расскажу завтра. Он работает с 2014 года, в 2013 году был запущен в декабре. Вот. И, скорее всего, до 2021, а может быть и дальше. Предельные задачи. По блеску, во-первых. По слабым звездам. Для наблюдения звезд, ну, слабее, скажем, 24-й, 25-й величины. 24-я величина – это 15 миллионов раз слабее, чем видит вооруженный человеческий глаз. А по угловому разрешению – до 1/10 угловой секунды. Вы вот представляете себе, что такое угловая секунда? Вот человеческий волос – 1/10 миллиметра. На какое расстояние надо отнести, чтобы он был виден под углом 1 секунду? Ну, руку вытянуть, 20 метров. Представляете, да? Вот. Это предельное разрешение, теоретически предельное разрешение крупных телескопов. Но, как я говорил, наблюдательное время дорого, и приоритет – это уникальные наблюдения на таких астероидах. А вот так называемые всенебесные обзоры, покрывающие все небо, и обзоры, в которых измеряется блеск огромного количества звезд, ведется на скромных рабочих лошадках с наземной астрономии и космических телескопов с достаточно умеренным размером от 1 примерно до 4 метров. Что делается? Они, как измеряется блеск звезд в разных диапазонах оптического излучения и инфракрасного излучения, это так называемая многоцветная фотометрия, которая что позволяет делать? Вы, наверное, слышали, что цвет звезд связан с температурой. Поэтому, обладая многоцветными данными, насколько звезда яркообразных диапазонах инфракрасного и оптического спектра, вы имеете представление о распределении энергии, следовательно, об эффективной температуре, а это главная астрофизическая характеристика звезды. Получают спектры на этих телескопах, измеряют их скорости, получу зрение, химический состав и так далее. Ну и рутинная задача – это открытие и изучение переменных звезд. Сейчас переменных звезд известно около 100 миллионов. То есть возникает вообще задача составить каталог не переменных звезд, а постоянных звезд. Потому что практически каждая звезда в какой-то степени является переменной. Вот, в принципе, такой вот многоцветной фотометрии показывает вот этот рисунок. Вот эта вот кривая – это распределение энергии в зависимости от длины волны, интенсивность потока, в зависимости от длины волны, в спектре веяний. А вот если мы из этого излучения вырежем такие вот полосочки, вот эти штриховые линии, с помощью каких-то фильтров, мы, соответственно, можем найти определить цвет звезды и достаточно точно определить ее эффективную температуру.
Вот 21 век, конец 20 века и 21 век – это вот эпоха таких мегапроектов, посвященных исследованию как можно большего числа звезд. Вот английские стены All Sky, всенебесные, покрывающие практически все небо. Таких проектов много. Вот коричневым цветом я здесь выделил те, которые, на мой взгляд, являются ведущими. И самые крупные из этих проектов уже включают в себя измерение, исследование миллиардов, от 1 до 2 миллиардов звезд. Многие проекты, самые ценные проекты, измеряют блеск звезд в инфракрасном диапазоне. Почему? Дело в том, что мы с вами, к сожалению, живем практически в самой плоскости симметрии галактики, где очень много межзвездной пыли. А пыль, понятно, что делает. Она мешает наблюдению, она ослабляет блеск звезд и ослабляет силу. Вот какова роль пыли в нашей галактике? Да, искажает распределение объектов, которые мы наблюдаем, например, в оптическом диапазоне. Ну, например, вот если мы посмотрим на центр галактики, до него 8 килопарсек, 25 тысяч световых лет, то поглощение в некоторых точках на небесной сфере вокруг центра галактики достигает 20-30 звездных величин. Вы со звездными величинами уже знакомы, да? Одна звездная величина – это разность освещенности, поскольку… Ну, короче, 5 звездных величин – 100 раз. Это точное определение. И вот если 20-30 величин, это свет ослабляется в 100 миллионов раз в год. Представляете, сколько звезд мы не видим из-за этого. Но если мы перейдем в инфракрасный диапазон, 2 микрона, например, то ослабление света всего в 10 раз. Именно поэтому нам лучше наблюдать в инфракрасной области света. Вот таким наблюдением на Землю посвящены несколько проектов. Один из самых ведущих, да, ТУМАС, двухмикронный обзор всего неба, на скромных инструментах. Одна башня в Аризоне, 1 миллиметр, другая башня в Чили и в Сарадовой обсерватории. И в результате измерено 470 миллионов звезд в трех полосах, которые как раз пропускает атмосфера. Вот они здесь показаны. 1,2 микрона, 1,6 и 2,2 микрона. Эта форма полос, она диктуется как раз кривыми пропускания атмосферы. И поглощение вот в полосе К на 2 микронах в 10 раз меньше, чем в оптике. Величина поглощения выражена в звездных величинах. И это очень ценно. Его продолжение для более длинных волн инфракрасного диапазона было сделано с помощью очень скромненького телескопа 40-сантиметрового, который называется WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, который изучил 750 почти миллионов объектов ярче 14-15 величин. Ну, я не буду говорить о том, какие достижения, но это само по себе количество уже поражает. Очень успешный проект «Слоновский обзор неба», который ведется огромным консорциумом из астрономов всего мира, посвящен всему. Это и изображение объектов, это спектр объектов, это фотометрия объектов и так далее, даже поиски экзопланет. Телескоп достаточно скромный, 2,5-метровый, но он оснащен совершенно потрясающей мозаикой ПЗС-матриц, 120 мегапикселей в общем. В общем, это очень много. И к нему присоединены 2 спектрографа оптоволоконных, которые сразу позволяют получить спектры 2000 объектов, что совершенно, конечно, потрясает. Вот здесь показана такая вот пластинка, шаблон. Это алюминиевая пластина круглой формы, примерно 65 сантиметров, которая продырявлена с помощью лазера. Не просто так продырявлена, а когда вы планируете наблюдение какой-то области неба, вы знаете уже, куда должен попадать свет той или иной звезды. И вот заранее для разных областей неба делаются вот эти дырочки, вставляются туда световоды, и свет по световодам идет в спектрограф, и вы сразу получаете огромное количество
спектров для большого числа звезд. Ну и вот статистика такая, видите, миллиард изображений объектов, сотни миллионов звезд и галактик, миллионы спектров. То есть это действительно богатейшая информация для астрономов. Еще два проекта в оптическом диапазоне для севера, это IFAS, и VFAS для юга. И смотрите тоже, 220 миллионов объектов, 320 миллионов объектов, то есть гигантское количество информации. Спектроскопия гораздо сложнее, чем фотометрия, потому что свет разделяется на большое число, так сказать, элементов приемной аппаратуры, и надо делать большие экспозиции, но даже вот миллионы спектральных измерений звезд, которые сейчас у астрономов в наличии имеются, это тоже очень много. И вот современный крупнейший телескоп, который как раз предназначен в основном для, точнее не в основном, а целиком для спектральных наблюдений, это китайский проект LAMOST, совершенно потрясающий, который позволяет сразу 4000 спектров получить. Выглядит он вот так, это два крупных зеркала, первичное зеркало, вторичное зеркало, массив приемника и спектрометра. И смотрите, за ночь может 10 тысяч спектров звезд получить такой замечательный телескоп. Ну, давайте пройдемся вот еще немножко по космическим проектам. Это Хабловский телескоп, до сих пор работающий, пожалуй, наиболее успешный проект современного времени. Вот смотрите, например, что он может делать. Зеркало большое, 240 сантиметров. И поскольку он в космосе, то никакой атмосферной турбулентности изображения не портит, он получает почти теоретическое дифракционное изображение. Вот известное шаровое скопление, 47 вулканов, очень яркое. Если вы наблюдаете его с Земли, то в центральной области сплошное свечение, отдельных звезд не видать. А Хабловский телескоп, вот эта вот центральная область, а в этом скоплении порядка 10 миллионов звезд, он ее видит насквозь. Отдельные звездочки в центре может изучать благодаря высокому разрешению, которому не мешает атмосфера. Много информации дал инфракрасный телескоп Спицер, который сейчас уже, по сути дела, не может работать эффективно, потому что хладагент испарился. А для наблюдений в инфракрасном диапазоне надо сильно охлаждать ПЗС матрицы. Но поскольку он нацелен на инфракрасные наблюдения, то с его помощью как раз очень хорошо наблюдать те объекты, которые находятся в пыли нашей галактики. Вот, например, скопление в центральной области нашей галактики. Ультрафиолетовый телескоп Галикс для наблюдения горячих объектов. Я тут пройду достаточно коротко. А вот Кеплер. Совершенно замечательный аппарат, который предназначен для наблюдение для открытия экзопланет. И вот до начала 2017 года больше 3000 подтвержденных экзопланет. Он направлен, он исследует сравнительно небольшую область, 100 квадратных градусов в направлении созвездия Лебедь, где очень много звезд, и поэтому, мониторируя блеск отдельных звезд, можно найти вот такие вот падения блеска, связанные с тем, что по диску звезды проходит экзопланета. Вот это основной принцип, который позволяет максимально много таких объектов найти. Вот примеры разных экзопланет, найденных с помощью этого телескопа. И если до запуска Кеплера здесь, в этой области 100 квадратных градусов, было всего лишь 3 экзопланеты известных, то сейчас гораздо больше их известно, в том числе и с размерами Земли, или чуть больше, чем Земли. И вот так вот выглядит паноптикум экзопланет вместе со звездами. В едином масштабе здесь разные звезды, начиная от карликов, кончая сверхгигантами, а то черные точечки – это те экзопланеты, которые окружают эти звезды. Вот так бы выглядело здесь, на этом рисуночке, Солнце со своим Юпитером. Ну, представляете, очень эффектная вещь. Очень активно сейчас работает российский телескоп «Радиоастрон»,
который движется по высокой эллиптической орбите, почти приближаясь к Луне, и вместе с наземными радиотелескопами может проводить интерферометрические наблюдения. Ну и, наконец, долгожданный спутник Гайя, о котором я расскажу завтра, уже 5 лет работает, и принес он совершенно потрясающие результаты не только для космической астрометрии, для чего он первоначально предназначен был, но и для астрофизики, о чем мы поговорим завтра. Вот так выглядит эта шляпа, которая летает на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, если смотреть от Солнца. Солнце, Земля, и вот за Землей 1,5 миллиона километров. Вот ожидается телескоп Джеймса Веба, 6-метровым зеркалом, который скоро, по-видимому, больше будет запущен. И вот еще один российский проект. Это крупный телескоп ультрафиолетового диапазона. Пожалуй, самый крупный из всех, которые были до этого запущены. А вот теперь статистика. Вы видели, что сотни миллионов объектов, огромное количество информации. И статистика вот такая. Объем наблюдательных данных, по оценкам астрономов, каждый год, точнее, увеличивается вдвое каждые 3 года. А вот число астрономов возрастает вдвое каждые 15 лет. Легко посчитать, что каждый год на каждого астронома нагрузка на 20%. Но что делать, чтобы, так сказать, не перестать быть на уровне среди астрономов? А тут надо следить за информацией, за публикациями и так далее. И я вот очень кратенько скажу, где можно найти разнообразные наблюдательные данные, публикации и средства для работы с данными. Потому что, сами понимаете, что ни один редактор на компьютере не откроет файл, где миллион строчек, например, правильно? А если у вас сотни миллионов звезд, то нужно искать какие-то другие пути для работы. Собирается вся информация в так называемых центрах астрономических данных. И главный из этих центров – это Страсбургский центр, это мировой центр, у которого есть всевозможные зеркала, в том числе в Институте астрономии нашей Академии наук. Он использует этих зеркал. На портале этого центра данных есть база данных о различных объектах, есть служба каталогов, в которой сейчас уже больше 17 тысяч разных каталогов с разной информацией. Есть интерактивный атлас, есть средства работы с разными каталогами. Вы можете находить в разных каталогах одни и те же объекты, получая полную информацию для этих объектов. Работать с этими средствами, в общем-то, довольно нетрудно. Ну, я детально рассказывать не буду. А что касается публикаций, то у астрономов, в отличие от представителей других наук, даже и физиков, давно уже существует максимально полная база данных, библиографическая, где все публикации на астрономические темы. Эта база называется Astrophysics Data System, ADS, где сейчас уже, вот, это старая информация, больше 13 миллионов статей на разные астрономические темы. С очень удобным интерфейсом, который позволяет искать по автору, по тематике, по всей погоде, публикации и так далее. Ну и кроме того, вот еще архив электронных публикаций, препринтов, где их больше, уже, наверное, приближается число их 1,5 миллионов таких препринтов. И день астронома, как правило, начинается с поиска свежих публикаций. Чашечку кофе и смотрим, что за последние сутки, двое опубликовано по той тематике, которой мы с вами занимаемся. Ну вот, значит, целью вот такого введения было показать, насколько большое количество информации о разных объектах, в основном относящихся к нашей галактике, мы каким количеством мы обладаем. А теперь мы давайте поговорим вот ближе к делу о нашей галактике. Ну и так, первый вопрос. Наша галактика не единственная во Вселенной. А много ли их вообще во Вселенной? Вот на этот ответ, на этот вопрос хороший ответ дал космический телескоп Хаббла. Он в течение десятка лет наблюдал маленькую область, это 1 квадратная минута. Вот Луна в масштабе, вот 1 квадратная минута на южном небе в созвездии Печи. И складывал экспозиции для того, чтобы достичь самых слабых объектов. Ну и что получилось у нас, точнее у него? Вот небольшая область, вот эта минута на минуту. И здесь за 550 часов наблюдений мы видим
основном галактики. Это все галактики. И здесь одна звезда. Кто может сказать, где эта звезда? Что тут за звезда? Она вот эта, Солнечко. Все остальное галактики. Циферки означают красное смещение где-то. То есть величину дельта лямбда, деленное на лямбда. То есть то, насколько смещение в красную сторону за счет того, что галактики удаляются от нас, больше, чем смещение спектральных линий, больше, чем лабораторная длина спектральных линий. И мы видим здесь объекты с красным смещением почти 12. Это очень много. Это мы достигли объекта, который, свет до которого шел почти столько, сколько существует в нашей Вселенной. То есть ему, этому объекту, этой галактике, 400-600 миллионов лет всего лишь. Тогда как нашей галактике все 11-12 миллиардов, конечно, 11 миллиардов лет. То есть мы, по сути дела, до границ Вселенной достучаемся. И вот если посмотреть, то этих галактик, а здесь предел 30-я звездная величина, 300 тысяч на квадратном градусе. Умножьте это на 42 с лишним тысячи квадратных градусов, всего не было. Вы представите себе, сколько галактик вот до почти что до эпохи образования галактик. И что интересно, значит, уже спустя 400 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной образовывались галактики. Ну, для того, чтобы понять, как все это происходило, надо, наверное, краткую историю Вселенной пройти. Буквально за 2-3 слайда. Поговорить о Большом взрыве, о барионах, о темной материи. Ну, что такое барион? Это то, из чего состоим мы все с вами. Это привычное нам вещество. Что такое темная материя, не знает никто, кроме того, что оно есть. Физики над этим думают. В наблюдениях оно вроде бы выскакивает, потому что на больших расстояниях от центров галактик мы видим объекты, движущиеся со скоростью 250-300 км в секунду. Для того, чтобы они так двигались, нужна большая масса. Об этом Никита Уткин вам завтра расскажет, о движении объектов, о темной материи. Я не буду об этом говорить. Ну и так, значит, что нам сейчас известно? Известно, что в первые 3 минуты жизни Вселенной, когда она от очень горячего состояния охладилась до примерно миллиарда кельвинов, образовалось всего ничего. Образовались протоны, то есть ядра атомов водорода, они составляли тогда 70% от массы, ядра гелия 25% массы, и немного-немного дейтерия, лития и изотопа гелия-3. И вот, но доля вот этого барионного вещества, вот все вот это вот, да, оно составляет примерно 4,5% всей массы. Все остальное – это темная материя, которая, по-видимому, образовалась в течение первых 10-9 секунд. А все остальное – это темная энергия, о которой я вам рассказывать не буду, потому что, опять же, никто не знает, что это такое. Физики ломают голову, но вроде бы оно есть. И вклад темной энергии в полную плотность энергии массы во Вселенной 72% примерно, то есть большая часть. Втрое меньше темной материи, а все остальное 1/20 от плотности массы энергии, это мы с вами, барионное вещество. Так. Вот эта картиночка. Вот у нас большой взрыв, а дальше пошло расширение Вселенной. Вот этот вот конус он олицетворяет расширение Вселенной. И тут параметры, как они меняются по мере расширения. Вот время в годах, вот температура, вот это энергетика. И здесь надо отметить вот что. Вот, во-первых, первые 3 минуты, 200 секунд, это нуклеосинтез с образованием того, что, о чем я говорил. Первичный химсостав звезд и галактик. Следующая интересная эпоха – это эпоха отрыва излучения от частиц, это эпоха рекомбинации. Вселенная тогда имела температуру около 3000 градусов. И вот это излучение, оно сейчас наблюдается, оно еще сильнее остыло, примерно до 2,5 кельвинов за время расширения Вселенной. И мы с вами
знаем, что это излучение, оно в большой степени изотропно, приходит с разных направлений, с одинаковой температурой. Но если внимательно посмотреть, этим занимались несколько космических аппаратов микроволнового диапазона, то существует различие в температуре, составляющее всего лишь 1/100000. То есть это очень малые различия в температуре, квантовые флуктуации той эпохи, которые породили всю современную Вселенную. И вот после этого начинается эра атомов, это эпоха рекомбинации, 375 тысяч примерно лет во Вселенной на это время. Дальше появились атомы, а потом пошла эпоха образования звезд и галактик. Вот когда я говорю о том, что мы с вами наблюдаем галактики, возраст которых, то есть возраст Вселенной, для которых был, составлял примерно 400-600 миллионов лет, я как раз говорю вот об этой вот границе, об этой границе истории Вселенной. Ну, так вот, эти вот маленькие флуктуации в 1/100000 лет, они позднее породили звезды и галактики путем гравитационного сжатия, потому что гравитация — это универсальная сила Вселенной. Но современная парадигма говорит вот о чем. Поскольку плотность барионного вещества недостаточна для того, чтобы с тех пор получились галактики, они за это время флуктуации могли вырасти всего лишь в 1000 раз, то большую роль в скучивании галактик, образовании звезд сыграла темная материя, плотность которой в разы больше, чем плотность барионного вещества. И вот я сейчас покажу вам моделирование того, как происходило скучивание темной материи. Вот это вот красное смещение, вот оно уменьшается, нуль — это ноль, наша эпоха. Вот в результате гравитационного скучивания мы получаем структуру, которая очень похожа на то, как во Вселенной расположены скопления и сверхскопления галактик. И считается сейчас, современная парадигма, что именно колокс темной материи привел к образованию таких структур. И позднее уже вот на эти центры конденсации темной материи стал натекать газ, и образовывались галактики, и позднее уже звезды. Как рождаются спиральные галактики? А вот еще один видеофайл. Вот мы с больших значений Z следим за тем, что происходит. Вот эти ветвистые структуры — это клампы темной материи, на которые натекает обычный газ. Фрагменты газа взаимодействуют друг с другом. Если они проходят, два фрагмента друг относительно друга, возникает вращение. И вот это вот вращение в конечном счете привело к образованию галактических дисков, которые быстро вращаются. Вот эти две картинки слева и справа — это вид серебра справа будет, а здесь вид плашмя. Вот смотрим, видите, возникло вращение. Еще какие-то сгустки налетают на то, что образовалось, взаимодействуют, образуются приливные хвосты. В общем, это сложная динамика, которая в конечном счете приводит к образованию спиральных галактик. Поэтому вращение дисков спиральных галактик — это естественный процесс взаимодействия тех фрагментов, из которых спиральные галактики родились, тех фрагментов галактического газа. Ну вот, уже практически все ясно. Получился вращающийся диск, мы на него смотрим как бы сверху. Какие-то галактики пролетают, карликовые, мимо нас. А вот как все это выглядит плашмя. Идет звездообразование, и в результате мы получаем структуры, которые очень похожи на современные спиральные галактики. Это результаты численных экспериментов, где учитывается все, и гравитация газа, и различные газодинамические эффекты. Поэтому, в общем-то, таким презентациям, в принципе, можно верить. Ну, вы все знаете, что галактики бывают разные. Есть эллиптические галактики, есть спиральные галактики. И в свое время Хаббл почти 100 лет назад ввел вот такую систему классификации, которая называется камертонной диаграммой. Сами понимаете, почему дрожка камертонная, два вот этих лепесточка, которые звенят. Чем они друг от друга отличаются? Эллиптические галактики, в них мало газа, в них много старых звезд,
И потому что звезды старые, много красных гигантов, то они все, естественно, в среднем в России. А вот спиральные галактики, там много газов, там идет звездообразование, они голубее из-за того, что рождаются массивные голубые звезды. И наша галактика, вот в этом мире галактик, она занимает вот это место. Это пересеченная спираль с развитыми спиральными ветвями. А между спиральными и эллиптическими галактиками лежат незавидные галактики, о которых вам Коля Касьянов-Синченко наверняка расскажет много интересного. Как выглядят эллиптические галактики? Как правило, они имеют такие правильные формы. Иногда это сфероид, иногда это шар, иногда это эллипсоидальные формы галактики. Они почти не вращаются, но тем не менее звезды в них движутся по вытянутым орбитам с большими скоростями порядка 200-300 км в секунду. Спиральные галактики показывают огромное разнообразие размеров и форм. И дисковые галактики. И среди них, конечно, выделяются спиральные галактики с хорошо выглядящим спиральным узором. Вот галактика МС-31, вот ее спутник МС-31, там элементы спирали какие-то видны. Галактика водоворота, о которой я уже говорил. И есть галактики, которые мы видим с ребра. И вот темная полоса, которая пересекает это изображение, это пыль. И мы видим, что она сильно блокирует излучение звезд. Все они дисковые, быстро вращаются со скоростью от 200-300 км в секунду. Вот еще примеры галактик, видимых с ребра, и мы видим, насколько серьезно влияние пыли. Устроены спиральные галактики намного сложнее, чем эллиптические. Они состоят из целого ряда различных компонентов, причем каждый компонент отличается от другого химическим составом, пространственным распределением звезд, кинематикой, то есть тем, как движутся объекты. В то время как типичная галактика по своим свойствам похожа на гигантское шаровое скопление, состоящее из старых звезд. Ну вот образцы таких красивых спиральных галактик. Вехи истории говорить не будем. Теперь давайте разрежем, скажем, нашу галактику, типичную спиральную галактику, плоскостью, которая проходит через ее ось симметрии. И поговорим об ее компонентах. Вот красная полосочка – это диск галактики, тонкий диск галактики. Синяя такой вот эллипс – это экстремально тонкий диск, это просто тонкий диск, в котором мы с вами расположены. Зелененькая – это так называемый толстый диск, ну и, наконец, гало и балж, центральная конденсация. И галактики размеры примерно такие, 40 килопарсек, это примерно 100 с лишним тысяч световых лет. Самая массивная часть галактики – это тонкий диск, который содержит примерно 100 миллиардов звезд. Ну и, соответственно, имеет массу весьма и весьма большую. В тонком диске сосредоточены и звезды, и скопления, ассоциации звездные. И что характерно, спиральная галактика – это спиральный узор, о котором мы тоже поговорим. Там очень много газа, находящегося в разных формах. Это и нейтральный газ, и молекулярный газ, и газ, который ионизован излучением горячих звезд. И, конечно, что печально, много пыли. Толстый диск – довольно загадочное образование галактики, и как он образовался, в общем, пока не совсем ясно. Но один из вариантов его образования, который вносит большой вклад в историю толстого диска, это приливное разрушение карликовых галактик при взаимодействии с нашей галактикой, Млечным путем, которая имеет довольно большую массу. Вот гало галактик, типичные представители гало, это шаровые скопления, про которые вы, наверное, слышали. Он гораздо менее массивный, чем диск галактики. Ну, а что касается гало темной материи, то оно в 10 раз массивнее еще диска. И если масса нашей галактики, барионная масса нашей галактики, это примерно 10 в 11 степени масс Солнца, то есть примерно 100 миллиардов солнечных масс, то полная масса с учетом скрытой материи
составляет 10-12, то есть 1000 миллиардов солнечных масс. Ну, давайте теперь поговорим вот о главных жителях галактики. Это, конечно, звезды и скопления. Прошу прощения. Звезды и звездные скопления. Вот так все красиво выглядит. Еще и облака газа, которые освещают звезды. Звезды бывают разные. Пожалуй, что у меня нет времени на этом серьезно задерживаться. Но массы звезд заключены от примерно нескольких процентов массы Солнца до примерно сотни масс Солнца. Размеры у них у всех тоже разные, а следовательно разные плотности. Вот смотрите, как, например, средние плотности отличаются, это просто фантастически. Вот плотность воздуха это 1,3 миллиграмма на кубический сантиметр. А смотрите, звезды сверхгиганты, звезды гипергиганты, то есть массивные и очень большие, крупные по размерам звезды, имеют плотность намного меньше плотности воздуха, как воздушный шарик на внутренней гели. В то время как ядро Солнца очень плотное, белые карлики тонны на кубический сантиметр, параметр плотности, он очень такой критичный. Температуры звезд тоже разные. Бурые карлики, которые видны в основном в инфракрасном диапазоне, они имеют температуру человеческого тела, как минимум, ну, до 3000 кельвинов. В то время как горячие массивные звезды – десятки тысяч кельвинов. Ну и, естественно, рождением звезд и звездных скоплений управляет, конечно же, гравитация. Рождаются звезды в плотных, холодных облаках, прежде всего молекулярного газа. И условием рождения является так называемая джинсовская неустойчивость, когда объем, содержащий газ, начинает сжиматься под действием тяготения, когда сила давления, оно зависит от температуры, меньше, чем сила гравитации. Существуют такие умные формулы для, не буду здесь говорить о них, для условия фрагментации. Но вот надо сказать, что чем ниже температура, тем легче сжимается облако. Кроме того, существуют еще и внешние факторы, например, взаимодействие газа с ударной волной, возникающей при движении спирального узора, или расширение оболочек сверхновых, которые сразу, мгновенно сжимают газ, и там возникают условия для звездообразования. Звездообразование наблюдается в молекулярном газе, в инфракрасной области спектра, в микроволновом диапазоне, в радио. И вот типичные такие области звездообразования вы можете увидеть вот здесь. Значит, сейчас покажем, как моделирование рождения скопления звезд в молекулярном облаке. Вот молекулярное облако, размер его 82 тысячи астрономических единиц, это примерно чуть меньше половины парсека. Цветом обозначена плотность в разных областях. Вот чем белее, желтее белее, тем выше плотность. Вот оно под действием собственного тяготения сжимается. Мы его обходим, так сказать, поворачиваем, чтобы посмотреть с разных сторон. Вспышечки – это вспышки звезд, которые, самых молодых звезд, которые образуются, массивные звезды быстро эволюционируют и, соответственно, кончают жизнь как сверхновые второго типа. Вот, смотрите, видите, уже образовались звезды. Фрагменты газа между собой взаимодействуют. Возникает естественное вращательное движение. Звезды взаимодействуют друг с другом и с газом, получают избыточную скорость и покидают скопление, покидают вот эту область звездообразования. В общем, происходит примерно все вот так. Это, конечно, симуляция, но симуляция достаточно грамотная. Вот. Дальше смотрим, что тут произойдет. Образуется очень много двойных и кратных звезд. Самые яркие звезды своим излучением, они как бы расталкивают газ, и он уходит. Вот об этом Суркин, насколько я понимаю, вам говорил, в областях звездообразования газ уходит даже за пределы галактической плоскости. Вот типичный пример такого звездного ветра. Смотрите, это одно из массивных таких молодых рассеянных скоплений. Здесь очень много ярких звезд, горячих, голубого цвета. И оно лежит в такой вот полости. Эта полость образовалась из-за того, что давление излучения достаточно, чтобы растолкнуть вот этот вот газ, и он уходит из полости звездообразования.
вы любители формулы, то, пожалуйста, вот здесь есть формулы, где масса образующегося объекта зависит от температуры среды и плотности среды. Для типичных условий в холодном газе температура составляет 20 Кельвинов, плотность 10 частиц на кубический сантиметр, и масса, которая становится неустойчивой относительно жаркой, это 600 масс Солнца, а размер, соответственно, это 7 парсек. И вот если посмотреть на рассеянные звездные скопления нашей галактики, то это как раз и масса, и размер типичного рассеянного звездного скопления вокруг Солнца. Ну, это я пропущу. Вот в современную эпоху массивные шаровые, например, скопления, или они, конечно, не вполне шаровые, массивные молодые скопления образуются там, где активную роль играет вынуждающая сила, то есть вспышки сверхновых, даже не вспышки сверхновых, а взаимодействие галактик. А это, как вы знаете, это обычное явление во Вселенной. Вот пример такого взаимодействия галактик, вы видите вот здесь. Это галактики, мышки, которые сближаются, и когда они сближаются с большой скоростью, то газ одной и другой галактик сильно сжимается, и в тех местах, где соприкасаются газовые оболочки галактик, возникают зоны повышенной плотности, происходит стимулированное звездообразование, которое ведет к образованию массивных скоплений. Вот галактика, тележное колесо. Посмотрите, по краю галактики мы видим очень яркое свечение. Что это такое? Это молодые звезды, массивные звездные скопления, которые образовались, когда спутник пронизал эту галактику насквозь, и волна плотности пошла от центра к периферии с большой скоростью, возникли ударные волны, которые привели к сжатию газа и стимулированному рождению звездных скоплений. Вот, пожалуйста, тоже еще пример. Таких примеров очень много. Это галактический каннибализм, слияние, взаимодействие галактик. Вот они, сколько здесь. И вот эти все яркие области – это массивные молодые звездные скопления, конечно. Ну, об источниках звездной энергии говорить мы особенно не будем, вы, наверное, это знаете. 100 лет назад еще считалось, что звезды светят за счет того, что они сжимаются, и гравитационная энергия переходит в энергию излучения. Но потом, наверное, какой-нибудь умный пятиклассник сообразил, что при таком механизме излучения Солнце светило бы всего там 1,5–2 миллиона лет, в то время как Земля уже существует больше 4 миллиардов лет. Поэтому в качестве источника долговременного было найдено вот что. Это синтез тяжелых элементов из менее тяжелых ядер, при котором дефект массы, потому что масса исходных частиц всегда больше, чем масса образовавшегося ядра, переходит в энергию. Формула Эйнштейна Е равно дельта М на c квадрате. Так вот, история звезд начинается с того, история протозвезды переходит в историю звезды, когда температура в недрах достигнет 15 миллионов кельвинов, а плотность примерно 100 грамм на кубический сантиметр. Это примерно условия в недрах Солнца. И тогда начинаются термоядерные реакции, превращение водорода в гелий. Водород – самый распространенный элемент. 4 протона, сливаясь, дают ядро гелия. Причем масса этих 4 протонов на 0,7% выше, чем масса ядра гелия. Вот это вот и есть тот самый дефект массы. И вот это настоящая жизнь звезды. И вот надо вам сказать, что Солнце светит благодаря тому, что каждую секунду в гелий превращается 50 миллионов тонн солнечного вещества. То есть 50 миллионов тонн солнечного вещества. Это, по сути дела, мечта тех людей, которые занимаются созданием термоядерных станций, да? Потому что это такой термоядерный взрыв непрерывный. И опять же, почему он регулируемый, управляемый? Потому что им управляет гравитация. Ну, известная диаграмма Дершова-Рассела, с которой вы можете быть знакомы. По горизонтали мы откладываем либо температуру, она справа налево растет, либо цвет, он растет слева направо, а по вертикали энерговыделение звезды в каких-то единицах, в абсолютных или солнечных единицах. И вот вид этих диаграмм
Это прекрасное такое диагностическое средство изучения того, с какими объектами мы имеем дело. Большая часть звезд лежит вот в этой вот полосе, которая, естественно, называется главной последовательностью. 90% звезд здесь лежит. Ну вот здесь на этой красочной диаграмме тут даже показаны относительные радиусы 90. То есть от красных карликов до голубых звезд главной последовательности мы видим, что радиус растет, растет масса. Тут самые маломассивные звезды, здесь самые массивные звезды. Массивные звезды быстро эволюционируют, потому что у них высокая светимость, и для того, чтобы светить, они должны расходовать огромное количество энергии и эволюционировать, смещаться с главной последовательности в область сверхгигантов или в область гигантов. Вот. Окончается жизнь звезд с массами до примерно 8 масс Солнца белыми карликами. Вот они здесь вот лежат, в том числе вот спутник Сириуса, белый карлик. Вот. Вид этих диаграмм позволяет уже на глаз оценить, с какими объектами мы имеем дело. Со слабыми или с яркими объектами. То есть со слабыми, со старыми или с молодыми объектами. Вот смотрите, сейчас я вам покажу небольшой мультик. Моделирование диаграммы Эшера-Рассела. Здесь цвет, здесь абсолютная звездная величина, тут слабые звезды, яркие звезды. Реального скопления GC-188, которому сейчас примерно 7,5 миллиардов лет. И сейчас мы с вами заметим, как с возрастом меняется вид этой диаграммы, и уже из этого будет ясно, как можно оценивать возраст звезд. Смотрите, что получается. Я буду приостанавливать. Очень быстро с диаграммы уходят яркие голубые звезды. Они уходят вот вправо, в область сверхгигантов, и быстро кончают жизнь, как сверхновые второго типа. И ярчайшие звезды на главной последовательности все время слабеют с возрастом. Пойдем дальше. Через какое-то время образуются красные гиганты. Устойчивая такая ветвь красных гигантов. А вот звезды, так называемые точки поворота, вот главная последовательность в эту область, они все слабеют, слабеют и краснеют. И вот 7,5 миллиардов лет, это оцененный возраст этого скопления, мы имеем уже совершенно другую диаграмму. И отсюда сразу напрашивается вывод. Ага, вот по виду диаграммы сразу ясно, со старым объектом мы имеем дело или нет. В молодом объекте, у вас... Назад немножко. У молодых звездных скоплений есть звезды очень яркие и очень голубые. А в старых звездных скоплениях таких звезд нет. Вот этот вывод простой, он лежит в основе определения возрастов звездных скоплений. И надо сказать, что возраст отдельной звезды определить крайне сложно, однозначно. А вот возраст звездного скопления, когда вы имеете дело с большим количеством звезд, определить можно. Ну, насчет того, насколько быстро происходит эволюция массивных звезд, вот я показываю такую табличку. Звезда с массой 25 масс Солнца. Она заканчивает свою жизнь в виде сверхновой второго типа и с черной дырой, которая остается на ее месте. И вот все время жизни оно занимает 8 миллионов лет. В то время как нашему Солнцу сколько миллиардов лет? 4,5-5 и будет жить еще примерно столько же. А масса всего в 25 раз меньше. Но теория показывает, что время жизни звезды обратно пропорционально квадрату массы. То есть звезда с массой 10 масс Солнца будет жить, соответственно, в 100 раз меньше, чем наше Солнышко. И смотрите, сменяют друг друга разные стадии, разные источники энергии. Сначала горит водород, потом, когда он закончится, гелий, углерод и так далее, и так далее. И время каждой из этих реакций, оно очень сильно уменьшается. 7 миллионов лет горит водород, а живет звезда всего 8 миллионов лет. А последние стадии, вообще сутки, 10 суток, 1 сутки, доли секунды. Это все, конечно, впечатляет. И вот те принципы, которые мы с вами на пальцах вроде изучили, они позволяют сразу же проводить классификацию звездных населений на молодые и старые. У молодых звездных населений мы видим главную последовательность с яркими звездами на ней, как вот здесь. А у старых населений
типа шаровых скоплений, которым больше десятка миллиардов лет, мы видим вот такую диаграмму. Вот кусочек главной последовательности, зато тут есть красные гиганты, есть звезды на более, на следующей стадии эволюции, главные горизонтальные ветви. И мы видим, что вид диаграммы радикально отличается, и он уже на глаз позволяет судить о том, с чем мы имеем дело. Вот эти диаграммы характерны для диска нашей галактики, где очень много молодых объектов, ну, по крайней мере, с возрастом не больше примерно 8-10 миллиардов лет. А это типичные шаровые скопления, населяющие галактические головки. В нашей галактике лет так 25 назад была обнаружена интересная структура. Раньше считалось, что наша галактика типичная спиральная галактика, без бара. А теперь оказывается, что есть бароподобная структура. Вот она вот расположена по отношению к Солнцу, вот примерно таким образом. Длина этого бара примерно 8 килопарсек, то есть 25 тысяч световых лет, примерно как расстояние от Солнца до центра галактики. И масса составляет примерно 10% от массы галактического диска. Вот что интересно, в других галактиках, где мы видим бар, очень часто спиральный узор связан с галактическим баром. То есть спиральные ветви отходят от концов бара. Так это у нас или не так, пока неизвестно, потому что характер спирального узора в нашей галактике не очень хорошо изучен. Я пронесу некоторые вещи. На этих слайдах просто показано, какие объекты населяют различные, так сказать, подсистемы галактики, но я сейчас вот расскажу об очень интересном объекте, который расположен в центре. Вы, наверное, слышали, что в центре нашей галактики обнаружена сверхмассивная черная дыра с массой порядка 4,5 миллиона солнечных масс. Вообще-то это обычное явление для других галактик, и иногда массы черных дыр достигают миллиардов масс Солнца. Как они образовались и когда, это большая загадка. Но интересно, что их массы каким-то образом связаны с массой центрального возмущения, с массой Бамса. Как черная дыра была открыта в нашем Млечном пути? Вот мы взглянем на центр галактики, самый центральный область, где достучаться до которой можно, только наблюдая в инфракрасном диапазоне. И вот в течение почти 20 лет производился с крупнейшими телескопами, реализующими адаптивную оптику, то есть хорошими разрешениями в угловом, мониторинг движения звезд в самой центральной области нашей галактики. Вот это вот 8 угловых секунд, то есть очень узкая область. Примерно световой год вот этого. Посмотрите, что там происходит. Мы видим, что там звезды движутся. Некоторые движутся по вытянутым орбитам. А вот одна звездочка, вот эта вот звездочка, которую обозначили SO2, она за полтора десятка лет совершила полный оборот по эллиптической орбите. Поскольку орбита с высокой степенью эллиптической, то значит центр, вокруг которого движется звезда, можно считать очень компактным точечным центром. И вот по параметрам орбиты, по размеру, по главному размеру орбиты, по скорости движения, скорость достигала 5000 км в секунду, по расстоянию от центра, от фокуса эллипса, эпицентр всего лишь на 117 астрономических единиц, чуть больше размеров Солнечной системы, можно рассчитать массу, которая обеспечивает такое движение. Вот масса оказалась 4,5 миллиона солнечных. Что это такое? Что это за объект? Поскольку перицентр очень близок к этому объекту, то, очевидно, плотность здесь очень высока. И вот, конечно, это должна быть только черная дыра с такой вот массой 4,5 массы солнечных. Ну, еще, конечно, я должен заметить вот такую вещь. Звезды нашей галактики, как и в других галактиках, они являются фабриками тяжелых элементов. Как я уже сказал, первичный химсостав галактического вещества – это 75% водорода, 25% гелия, всего остального совсем-совсем мало. Но, извините, то, что существуем мы с вами, говорит о том, что откуда-то
взялось огромное количество тяжелых элементов и до железного пика, и дальше. Так вот, все остальные тяжелые элементы, которые в галактических объектах, в звездах, в Солнце, составляют не больше 2-3% от массы Солнца, от массы звезды, они образовались в ходе последовательных термоядерных реакций термоядерных синтезов. Сначала водород превращается в гелий, потом гелий в углерод, углерод в кислород, кислород, опять же углерод в неон и так далее, и так далее, и так далее. При этом температура в ядрах звезд растет от примерно 15 миллионов кельвинов в Солнце до 3 миллиардов кельвинов в тех звездах, где образуется тяжелый элемент уже железного пика. Но синтез идет до железа. А дальше, у нас появляются более тяжелые элементы благодаря тому, что ядра захватывают нейтрон, нейтрон превращается в протон, увеличивая заряд на единицу. Это называется нейтронный захват. Вот. И при этом в галактике существует своеобразный круговорот вещества. Был газ, из которого образовались звезды путем гравитационной конденсации, фрагментации. Эти звезды, молодые звезды, быстро проэволюционировали, наработав в себе огромное количество тяжелых элементов, взорвались как сверхновые, или, так сказать, за счет истечения оболочки вещество попало вновь в газ. И из газа, который уже обогащен тяжелыми элементами, рождаются новые звезды. Возникает такой круговорот. И поэтому можно сказать, что содержание тяжелых элементов, тяжелее гелия, оно растет со временем в диске нашей галактики. Это, так сказать, закон химической эволюции галактики. Ну, давайте еще немного я расскажу о звездных скоплениях. Мало, у нас не так уж и много времени осталось, но хотя бы основные вещи я попробую рассказать. Звездные скопления делятся на рассеянные и шаровые. Рассеянные скопления – это молодые объекты сравнительно, с возрастом не больше нескольких миллиардов лет, а шаровые – все, как правило, старые, с возрастом больше 10 миллиардов лет. Но это не единственное их различие. Почему мы говорим, что это звездные скопления? Это они просто сгущение звезд. Дело в том, что, опять же, здесь играет роль гравитация. Это звезды, существующие совместно в течение длительного времени, их совместное существование обеспечивает гравитация. Они все движутся в гравитационном поле, которое сами же они создают. То есть образуют устойчивые такие вот компактные группы с размером от 1 парсека до, скажем, 100 килопарсек, до 100 парсек, как шаровые скопления. Большинство жировых скоплений неплохо выделяются на небе. Вот, может быть, кто-то из вас видел даже невооруженным глазом богатые рассеянные скопления в созвездии Персея. Они называются Хияж Персея. В общей сложности они содержат примерно 20 тысяч звезд. Это действительно очень массивное образование молодых звезд. Им не больше десятка миллионов лет, потому что там есть много горячих звезд высокой светимости. И совсем уж красиво выглядят шаровые скопления. Вот это изображение с Хабловского телескопа. Смотрите, как потрясающе все это выглядит. Это одни из самых красивых объектов, которые доступны, доступны любителям астрономии. Ярчайшие звезды этих скоплений – это красные гиганты, то есть сильно проэволюционировавшие звезды с массой меньше солнечной. Но поскольку 10 миллиардов лет или больше, то они уже успели пройти свой эволюционный путь от главной последовательности в область красных гигантов. И те, и другие скопления по-разному распределены в нашей галактике. Рассеянные скопления в диске, в тонком и толстом диске, шаровые скопления в головке. Вот зеленым цветом здесь показана система шаровых скоплений в пределах нескольких килопарсеков Солнца. Поскольку они в диске, их очень трудно открывать, потому что сильно мешает галактической пыль. Я уже говорил вам, что она сильно скрывает от нас огромное количество объектов, вводная свет. И не подумайте, что, что только вот здесь они есть, они во всей галактике. Вот центр галактики, вот Солнце. Просто здесь мы их знаем, здесь мы их нашли. А вот проэкстраполировав на всю галактику, мы можем сказать, что известно не 3000 рассеянных скоплений, как здесь вот изображено, а от 50 до 100 тысяч должно быть в нашей галактике.
Шаровых скоплений известно 160 штук, вряд ли их число больше 200. И расположены они, как правило, высоко над галактической плоскостью. Вот эта плоскость Млечного пути, а шаровые скопления, они образуют вот такой сфероид вокруг галактического центра. Вот. Это я уже показал. Почему звездные скопления вообще важны для астрономии? Ну, несколько причин. Во-первых, у них у всех этих звезд шаровых рассеяний и звезд скопления одинаковое расстояние от Солнца, в пределах, так сказать, от нескольких процентов. Во-вторых, звезды звездных скоплений образовались в одно время, примерно в одно время, имеют одинаковый возраст. И поскольку они образовались из одного молекулярного облака, в результате фрагментации его, у них почти одинаковый химический состав. И поэтому вот все различия, которые мы видим на диаграмме Эшли-Рассела по блеску, по цвету, они связаны с тем, что мы наблюдаем звезды разных масс. И маломассивные, и массивные звезды. И находятся они, следовательно, на разных стадиях эволюции. И вот поэтому звездные скопления являются самым лучшим тестом всяких эволюционных теорий. Эволюционная теория сейчас хорошо развита, и теоретические диаграммы Эшли-Рассела, они очень хорошо совпадают с тем, что мы наблюдаем. И вот астрономы, благодаря развитию теории и хорошим наблюдениям, могут достаточно уверенно определять возраст звездных скоплений и одновременно расстояние на них. Вот так вот выглядят типичные диаграммы Эшли-Рассела для рассеянных скоплений разного возраста. Вот синие, зеленоватые, желтоватые, это сравнительно молодые, а вот там, где есть красный гигант, это уже более старый объект. А вот шаровые скопления. У них главная последовательность обрывается на звездах типа Солнца, а дальше вот красные гиганты и горизонтальные ветви. Сразу видно, что это разные галактические населения. И возраст их определяется достаточно точно. Вот это я уже вам показывал, принципы определения. И вот так, накладывая теоретическую изохрону, то есть линию равного возраста на наблюдаемые данные, мы одновременно определяем и возраст, 300 миллионов лет до этого скопления, и его расстояние. И вот, благодаря тому, что рассеянные шаровые скопления – это уникальные объекты, позволяющие оценивать возраст, то звездные скопления, по сути, летописцы истории галактики. Анализируя их распределение по возрасту, по химическому составу, мы можем выяснить, как происходил процесс обогащения тяжелыми элементами галактического газа, как и когда рождались звездные скопления. Но надо сказать, что, конечно, это не вечное образование. Могу сказать, что типичные скопления, типа Плеяд, Гиад, будут жить всего лишь не больше миллиарда лет. Они разрушаются под действием динамических причин, о которых я сейчас рассказывать не буду. Вот. А шаровые скопления имеют большое время жизни, по крайней мере, превышающее возраст нынешней Вселенной. Ну, теперь еще различие, чтобы вы понимали, в чем тут дело. Вот здесь типичное рассеянное скопление, это Плеяды, а это типичное шаровое скопление Мессия-9. Видно, что звезды распределены по-разному. Тут их много, они сильно сконцентрированы в центре, тут они разбросаны, облако какое-то есть. Но отличает и принципиально рассеянные скопления от шаровых не только и не столько внешний вид. А, во-первых, возраст. У шаровых он большой, у рассеянных он в широких пределах. От самых молодых до возраста галактического диска. И более того, важен химический состав. Шаровые скопления, объекты старые, они образовались из вещества галактического газа, который еще не был обогащен тяжелыми элементами. Поэтому химизм там совершенно другой. Тяжелых элементов, железа и гелия, там меньше, чем в Солнце, в 10, а то и в 1000 раз. Представляете себе, да? А вот у рассеянных скоплений, которые рождались примерно в одно время с Солнцем, у них такой же примерно химический состав. Но они, конечно, отличаются еще и богатством шаровых скоплений от 100 тысяч до десятка миллионов звезд. В рассеянных это тысяча, ну, десяток тысяч звезд.
Ну и, конечно, поскольку это объекты разных населений, то шаровые скопления населяют галактическое гало, а рассеянные скопления – диск Млечного пути. Вот тут вот несколько известнейших скоплений – Плеяды, Геады со звездой Вараном, Ясли, ну и Хияж, Персей, про который я говорил. Надо сказать, что самые молодые скопления рассеянные мы встаем на стадии, когда они еще не расстались со своим газом, из которого они родились. И вот, например, в Орионе целый ряд молодых скоплений, вот они населяют такие вот области, где очень много газа. В Лебеде, одно из массивных скоплений МСЕ-29, оно тоже окружено газом. И все они, как правило, молодые, и их называют даже такой специальный термин английский, есть embedded clusters, то есть погруженные скопления. Погруженные в родительское облако газа. Так что если вы видите рассеянные скопления с газом, можно сразу сказать, что это молодой объект. Но среди рассеянных скоплений есть и ветераны, старые скопления, которые родились тогда, когда началось звездообразование в галактическом диске. И вот и их возраст достигает почти 60 миллиардов лет. То есть они по возрасту стоят на грани между рассеянными скоплениями и шаровыми скоплениями. Ну вот. Тот самый кадр, который я вам показывал, шаровое скопление 47 Тукана, и как его насквозь видит Хаббловский телескоп. А надо вам сказать, что в центре этого скопления на один кубический парсек приходится примерно 1 000 000 звезд. А в окрестности Солнца на один кубический парсек 0,1 звезды. Чувствуете разницу? Вот так выглядит хорошо на Хаббловском телескопе замечательные рассеянные скопления. А это вот шаровые скопления. А это одно из известнейших, массивнейших и ярчайших скоплений нашей галактики, Омега Центавра. Видите, у него даже обозначение флемистидовское, греческая буква Омега. Ни у какого, только у Хияж Персея есть такие обозначения. Вот. Чем оно знаменито? В этом скоплении сейчас насчитывается, по крайней мере, 4 разных популяции звезд, различающихся массой, различающихся возрастом и химическим составом. То есть оно само похоже на какую-то галактику. И вообще считается, что это ядро разрушенной карликовой галактики. Скорее всего, это так и есть. Помимо, ну, так сказать, обычных скоплений, в нашей галактике есть еще такие объекты, которые называют superstar clusters, если по-английски. А это можно перевести как либо скопление сверхзвезд, либо просто сверхскопление. Они, первое из таких скоплений было обнаружено в Большом Магеллановом облаке в туманности Таранту, в котором в 1987 году вспыхнуло достаточно яркое сверхновое второго типа. Вот оно выглядит вот так вот. Если с маленьким, в маленьком масштабе, вот побольше масштаб, и вот оно во всей своей красе. Вот. Это массивный объект, масса его больше 1 000 000 солнечных масс, ярчайшая звезда, ярче Солнца, 9 миллионов раз, а масса 265 масс Солнца. Считается, что таких звезд не бывает, звезд такой массы. Теоретический предел где-то 120-150. Но, может быть, эта масса связана с тем, что это две массивные звезды и образовали очень неустойчивый, коротко живущий объект. И вот возраст такого скопления всего 1-2 миллиона лет. А, то есть оно совсем-совсем молодое по всяким меркам. И считается, что через несколько миллиардов лет оно превратится в типичное массивное шаровое скопление, когда все звезды проэволюционируют до стадии красного гиганта. Есть такие объекты и в нашей галактике. Это известная ассоциация Лебедь-ЛБ-1, где в рентгене видно свечение очень массивных и ярких звезд. Но поскольку поглощение света в пыли очень большое, то мы в оптике практически ничего не видим. И самое такое массивное скопление – это Вестерлунд-1, первое из открытых в Млечном пути, где масса приближается к 100 тысячам масс Солнца, множество красных сверхгигантов, голубых сверхгигантов и мощный рентген оттуда идет. Вот в рентгеновском диапазоне горячий рентгеновский газ. Горячий газ нагретый до температуры миллионы Кельвин. Это массивное скопление, оно в пыли, и видно его только
только благодаря наблюдению вот прокрасной области спектра. Ну давайте, если есть желание, послушаем немножко о спиральном узоре. Значит, мы говорим спиральные галактики. А какая наша галактика? Я бы сказал, а мы не знаем точно, сколько спиральных рукавов и каков характер узора. Вот типичные такие классические галактики с узором, которые называются Grand Design, то есть крупномасштабный регулярный спиральный узор. Похожа наша галактика на это или нет? Совершенно непонятно. Почему? Потому что мы с вами наблюдаем, живем в самом слое, толстом слое пыли, и поэтому любые наблюдения, которые основаны на анализе пространственного распределения объектов, они искажены вот этим звездным поглощением, которое очень серьезно влияет на распределение объектов. Население спиральных рукавов – это молодые звезды. Там есть молодые голубые звезды горячие и области ионизованного водорода, которые называются H2, которые излучают красные области спектра. Поэтому спиральные узоры, спиральные рукава как раз вот видны как, смотрите, как совокупность красных объектов, да, и голубых объектов. Вот и то, и другое, это в конечном счете массивные горячие звезды. Изнутри подсвеченные горячими звездами, это как раз вот зоны ионизованного водорода, а отдельное скопление звезды молодые. Но вот что касается нашей галактики, то данные о спиральном узоре очень противоречивы. Скорее всего, у нас 4 спиральных рукава, но они не такие хорошо заметные, как, скажем, в галактике Мессье 51. Параметры спиральных рукавов разные. Вот в одной из таких современных работ, которую мы провели несколько лет назад, мы использовали для позиционирования рукавов цефеидной галактики, расстояние до которых хорошо довольно-таки известно. Вот в солнечной окрестности мы обнаружили вот 4 отрезка рукавов. Внутренний рукав, стрельца Киля, рукав Персея и внешний рукав. А вот Солнце где-то здесь. Но, так сказать, мы не можем сказать, как он выглядит на больших расстояниях от нашего Солнца, нежели 4-5 килопарсек. Поэтому вот о других галактиках мы знаем в каком-то смысле гораздо больше, чем о нашей собственной галактике. Ну а теперь о природе спирального узора, и на этом, пожалуй, я закончу. А вот это вот интересно. Значит, раньше считалось, что объекты, которые составляют спиральный узор, они с ним вместе движутся в диске галактики. Мы знаем, что диск галактики вращается. Причем угловая скорость вращения падает от центральных областей к периферии. Если бы это был у нас узор материальный, то есть одни и те же объекты населяют тот же спиральный рукав, то через какое-то время он бы у нас скрутился, спиральный узор, за счет того, что в центральных областях быстро он закручивается, а во внешних областях остается угловая скорость вращения небольшая. Поэтому надо искать другую гипотезу, что не могут они все время существовать из одних и тех же объектов. Мы решили тогда, астрономы решили, что спиральный узор представляет собой волну плотности, спиральную волну плотности, которая распространяется по диску галактики. Диск галактики вращается, и у него возникают некоторые упругие свойства, а в упругой среде волны могут распространяться. И вот эти волны плотности и возмущение гравитационного поля, они невелики. Ну, для нашей галактики, скорее всего, 10% от средней плотности. И когда возникает такая зона плотности, то газ и звезды чувствуют увеличенную силу тяготения и стремятся к этой области. Волна прошла, они опять разлетели. Вот, это такие распространяющиеся волны плотности. С чем это можно сравнить? Простой пример такой волны плотности, которая постепенно идет по галактике. А вот смотрите, узкое шоссе с интенсивным движением. Вот вы едете на автомобиле легковом, едете с хорошей, со средней скоростью, все нормально. А вдруг фура затесалась тяжелая, да? Которую обогнать трудно, потому что движение интенсивное. И вы пристраиваетесь к ней за ней. За вами еще кто-то. И в результате фура движется по шоссе в разные моменты. Тут. Вот она движется по шоссе. И рядом с ней всегда возникает зона повышенной плотности. Это типичный такой пример движущейся волны плотности. В данном случае это волны замедления. Ну, поскольку
угловая скорость вращения диска газового, угловая скорость вращения спирального узора разные, то есть области галактики, где существует большая разность линейных скоростей. То спиральный узор обгоняет газ, то наоборот, газ обгоняет спиральный узор. Если относительная скорость большая, может возникнуть ударная волна на границе газового диска и газовой спирали. И в этой ударной волне возможно звездообразование. Ну, здесь вот я рисую такие вот такие рисуночки, показывают, что на больших расстояниях у вас ударная волна возникает на внешнем крае рукава, а на малых расстояниях, на внутреннем. Поэтому концентрация молодых объектов, образующихся в результате такого стимулированного звездообразования, будет относительно спирального узора разной. Но это уже такие детали. Пожалуй, я на этом прекращу. Если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, мне задавайте. Тут было, наверное, много сложных вещей. Но, извините, все не так просто, как это кажется. Поэтому, конечно, существует много проблем в изучении нашей галактики.